Здорово. Думаю, ни для кого не секрет то, что я обожаю мультики. При каждой моей съемке я включаю мультик сзади, потому что, ну, мультики это все. На самом деле, очень мало людей, которые мультики не любят. Сколько бы летом ни было. Ну, а сегодня я проверю, насколько хорошо мультики знают мои дорогие друзья фиферы. И, как всегда, вы тоже присоединяйтесь к этому интерактиву и пишите в комментариях, какой результат у вас получается. Ну и лайк на удачу нашим фиферам точно не помешает. Молодой человек, а вы мне поможете заработать денег? Как тебе помочь, мой родной? У меня есть в кармане немножечко, я хочу, чтобы их было очень много. Берешь эти немножечко и идешь в волшебную страну. А как эта страна называется? Это страна 1xBet. Там замечательные жители, которые называются большие коэффициенты. Есть мэр, который называется быстрый вывод средств. А есть еще тетка, которая зовется множество спортивных дисциплин. А где мне найти эту волшебную страну? Просто нужно посмотреть внизу в описании. Всем привет! Сегодня у нас мультики. Это значит, что правильно, я опять продую. Все свое детство я провел у телевизора, так что мультики я помню. Всем здорово! Это PandaFX! Народ, здорово! Это снова я! Вы скучали? Всем привет! С вами Женя Спиряков, и сегодня я буду угадывать мультики. Всем здорово, я Артем Нечаев. Я угадываю мультики по картинке. Моана. Шрек. Это Шрек. Ну, это Шрек, да? Шрек. Шрек. Ну, я, к сожалению, Шрек смотрел только местами. Я никогда не смотрел полностью Шрек. Золушка. Черепашки? Кто из них? Вот она. Я хуй знает, не знаю. Люди Икс. Люди Икс. Икс-мены. О, Люди Икс. Бэмби. Ебать, что это за наркомания? Маленькие, добрые, маленькие лесные друзья. Да, вот олененок Бэмби, и вот его друзья все. Они, короче, ходили, хуйню творили. Саус Парк. А это Южный Парк, да? Южный Парк. Южный Парк. Бля, я Саус Парк не смотрел уже лет 100, блядь. Спящая красавица. Аладдин? Аладдин. Аладдин. Аладдин? Добрый путник, войди в старый город Багдад, ты своим не поверишь глазам. Аладдин. Я, короче, не помню, нет. Не помню, я не смотрел этот мультик. Там полицейский зайка. Зверополис. И лис такой хулиган. Это Зверополис? Зверополис? Я не помню название, но мне этот мультик очень нравится. Я не помню. Зверополис. Что-то про зверей. Зверопой. Такой. Ой, какая плохая анимация. Я бы никогда в жизни не кликнул бы на это. Это, наверное, китайская версия какого-нибудь кунг-фу панды. Тоже не смотрел. Вообще не знаю. Мадагаскар 3. Мадагаскар. Мадагаскар? Реально? Да. Какая часть? Третья. У них есть третья часть. Человек-паук. Сериал. О, это же Человек-паук. 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 Мыши-рокеры. А это Teenage Mutant Ninja Turtles. Ну это черепашки-ниндзя. Это черепахи. Черепашки-ниндзя. 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 Как зовут этих чуваков? Что-то Роксиди и Биба. Биба, Бибокс и Роксиди, что-то. Бифис и Батхат. Почти. Биба и Боба, блядь. Роксиди и... А мыши-рокеры помнишь? Гениальная вещь. Лайк, если помнишь. Это похоже, знаешь, типа... Не знаю, я видел рекламу этого мультика, но просто не знаю. Я хуй знает, не знаю. Не помню. Не знаю. На обучающий фильм от Роскомнадзора, как надо себя вести там в метро. Фиксики? Бля, графон как в Джимми Нейтроне, на самом деле, да? То есть какие-нибудь фиксики ебучие. Блять, какие нахуй фиксики? Женщина с пенисом. Лунтик? Лунтик. Бля, это же мультик про жука-кувыркуна. Лунтик, блядь. Ну это я родился, Лунтик. Лунтик. Ясен хрен, он у меня на мече нарисован. Утиная история. Чип и Дейл. Дональд Дак он. Что, ну это что-то диснеевское, 100%. Это вот утка. Ну это утиная история. Черный плащ. Это черный плащ. Черный плащ. Черный плащ, только свистни. Да я не вспомню, пускай будет черный плащ. Черный плащ, ну это же одних одного поля ягод. Эй, Арнольд. Эй, Арнольд. Это Эй, Арнольд. Это Эй, Арнольд. Эй, Арнольд. Эй, Арнольд.
Какое-то японское аниме. Это я не знаю. Ну я отвечу на всякий случай, Сейлор Мун. Вдруг это Сейлор Мун. Королева женщин. Ну я знаю из японских аниме только Сейлор Мун, но это слишком хорошее качество для Сейлор Мун. Покемоны. Это покемоны. 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 Я, да, не угадал. Покемоны, блин, но слишком сложная фотка. О, черт. Это Луни Тюнс уже пошел. Пингвиненок Пуська. Гуфи. Где эта птица могла, я не знаю. А, я понял, что это, я не вспомню название. Это Warner Brothers. Блин, я не вспомню, не. Я смотрел, там пингвин главный герой был. Вуди Вудпекер? Вуди Вудпекер. Дятел Вуди. Я тупой. Что-то очень знакомое, прям совсем знакомое. Это мультик Bad Wolf. Это у нас... Плохой папа. Ох уж эти детки. Дорогая, я уменьшил детей. Я сдаюсь. Маска? Да. Ух, ни хуя. Ты первый, кто угадал. Серьезно? Да. Маска. Да ладно, это маска? Да. Ой, говнюк. Блин, отстой, мне опять будет стыдно. Но фильм, да. Ну, честно говоря, мультик не смотрел. Подводя итоги, на последнем месте у нас оказался Федя. Он набрал только 6 баллов. Панда FX, Рома Рой и Спиряков заняли 3-е место. Они набрали по 11 баллов. Второе место занимает Гена Миллер. Он угадал 12 мультфильмов и набрал 12 баллов. Ну и первое место, как и с фильмами, оказалось у Нечая. 14 баллов. Только одна ошибка. Мультики. Но я понимаю, что король мультиков это Денщик. И я просто специально пару раз ошибся, чтобы король был... Один. За некоторые мультики мне стыдно, некоторые мультики я не смог узнать. Ребята, спасибо вам большое. Я, как вы поняли, просто идиот, но это не значит, что у меня на канале не весело, поэтому по ссылочке в описании подписывайтесь на мой канал. На канал Денчика подписывайтесь. Пока! В общем-то, всем спасибо за внимание. С вами был я, PandaFX. Всех люблю. Подписывайтесь на меня, ссылочка будет в описании. Чао. Я надеюсь, вам этот видеоролик понравился, и я хоть куда-то попал, хоть что-то угадал. Ну, я говорил в самом начале, что, скорее всего, будет. Я очень надеюсь, то, что многие из вас побили рекорд Нечая и угадали все мультики. И в комментариях я надеюсь, то, что это увижу. Только, опять же, надеюсь на вашу честность. Если вы хотите больше угадайки с Вифером и наиболее сложные угадайки, то давайте наберем кучу лайков под этим видосом. Кто еще не подписан на мой канал, давайте обязательно подпишемся. Видосики выходят часто, не пропускайте их. Ну и с вами был Денчик, скоро увидимся. На пути большой дороги, по...